Друзья, добрый день. Меня зовут Лысенок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, регион Асперия, поселок Лептохора. И отель у нас называется Лептохора Олимпус Ресорт. Вот он, наш отель. Он недалеко находится от Олимпа. Здесь буквально, сказали, километров 10, наверное. Олимп у нас вот в той стороне находится. Там, видите, сейчас горы. И там облачно. Очень интересная погода. Смотрите, здесь у нас... Вроде бы даже дождь идет, а здесь у нас на море солнышко светит. И мы посередине. Так, друзья, можем собраться, да? Ходи, пожалуйста. Главный ресторан. Отель готовится еще, наверное, к принятию гостей. Но уже все чисто, аккуратно убрано. Это у нас ресторан, который работает на завтраках и ужинах. Можно поменять ужины на обеды. Мы уже вышли на территорию. Отель сейчас 4 звезды, но в ближайшее время у него будет 5 звезд. Рядом с бассейном два бара. Тот, который прямо на бассейне, там на люке пытаются. А вот... Детская площадка и дорога на пляж. Здесь не песок, здесь галька. Здесь два пляжа. С одной стороны справа песок, а с левой песок с галькой. Также здесь рядом находится популярный бич-бар для молодежи. Там есть ресторан, можно покушать. Здесь есть еще аликард ресторан. Есть канал здесь, стекает вода с гор, но это только зимой, когда идут дожди. Летом канал пустой, поэтому тоже имейте это в виду, вы должны это знать. Это бар, бар у бассейна. Отель еще подготавливают, в ближайшие пару дней закончат. Смотрите, какая красота здесь. Номер 404 Антония, это вилла. Покрытие здесь у нас плитка. Есть халаты, тапочки, две раковины, джакузи. Туалет дверью. Здесь есть еще душ, душ тропический. Есть нормальный фен большой. Собственный бассейн. Свои шезлонги. Собственный кот. Что-то как мявкает. Зона отдыха. Красиво сделаны. Большая кровать, кондиционер индивидуальный. Здесь тоже плитка, есть камин. Зимой обогреваем. Плазменный телевизор. Нет, мы стараемся не селить в большой банк. Здесь растет инжир. Есть номера с выходом сразу
сад на территории отеля. И с таким ступенькам они находятся такой на минус 0,5 этаже, я бы сказал. Утоплены немножко в землю. 203 двухместный номер стандарт. Покрытие здесь плитка. Ванная комната совмещенная. Одна раковина, фен, дополнительное зеркало. Обычный душ, кабинка. Здесь у нас тоже плитка, есть коврик. Одна большая кровать. Она может делаться в две маленькие. Диванчик, плазменный телевизор, кондиционер центральный. Выходим на балкон. Балкон с видом на сад. Балкон большой. Номер 204, стандарт с видом на море. Он точно такой же. Здесь, видите, у нас есть халаты, тапочки, тоже коврик. Большая кровать. Большой балкон. И вид на море и на территорию отеля. Плазменный телевизор. Все хорошо здесь. Санузел такой же. Это мы спускаемся вниз в спа. Классный такой камень сделан здесь. Смотрите. Сауна. К сожалению, света нету. Все чисто, аккуратно. Сауна и бассейн, которые могут забронировать гости на определенное время, на определенные часы. Тренажерный зал находится в подвале. Тут нет окон. Это индивидуальный бассейн, своя сауна. Его можно заказать отдельно. Еще один бассейн, зона отдыха, и здесь влажный хамам. Друзья, если вы хотите поехать в этот отель или в любые другие отели, вы можете оставить вашу заявку, мы с удовольствием подберем вам отдых, который вам необходим. Также вы можете воспользоваться онлайн-системой поиска у нас на сайте viking.by, или воспользоваться услугой онлайн-оплаты. Друзья, если вам понравился данный материал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. С вами был Лосинок Евгений.